Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я знаю, что вы успешный бизнесмен. Я хочу спросить у вас, поделитесь, пожалуйста, плюсами и минусами ведения своего бизнеса. Я понял ваш вопрос, Марина. Действительно, уже много лет я занимаюсь бизнесом свободного предпринимательства в сфере прямых продаж. Это MLM-бизнес, и я считаю его сегодня самой лучшей индустрией в мире. Потому что эта индустрия дает мне свободу. Свободу перемещения по миру, свободу по времени, свободу в выборе тех людей, с которыми мне хочется общаться, с теми людьми, с которыми я привлекаю в свой бизнес. Мне нравится сегодня обучать людей, мне нравится поддерживать людей, мне нравится сегодня проводить специальные тренинги в разных уголках разных стран. В моем бизнесе сегодня около 4000 партнеров, это больше 36 стран. И, конечно же, мне нравится, что здесь нет ограничений по доходам. Здесь нету, ну, вообще никаких ограничений, ты сам себе хозяин, сам себе режиссер. Сергей, все-таки скажите, пожалуйста, о минусах. Минусы. Вы знаете, в основном в этом бизнесе плюсы. Минусы есть, они случаются тогда, когда все-таки наш бизнес – это бизнес коммуникации, бизнес общения с людьми. А очень хорошо, когда ты попадаешь на человека, который открытый, который готов развиваться, который готов схватывать то, что ты даешь. Но есть люди, которые закрытые. Есть люди, у которых есть явные проблемы, но они эти проблемы как бы зашорены. Они отталкиваются, они говорят «нет, это не надо», они просто не верят. У них, ну вот, какое-то состояние такое непринятие. Мы им предлагаем решение, а они не принимают. В этом случае, конечно, чувствуешь себя каким-то, ну вот, какой-то остается осадок. Но это не страшно, потому что у тебя всегда новые люди, и ты находишь среди них тех, кто готов, и тех, на кого стоит тратить время. Поэтому мне очень нравится этот бизнес. Я рекомендую его сегодня всем, кто наблюдает за MLM-предпринимателями. Включайтесь, попробуйте. Во всяком случае, в старости вы будете говорить, что молодец, что я попробовал, и у меня все получилось, а иначе я вот даже не попробовал. Примерно так. Благодарю, Сергей. Все было очень интересно, лаконично, и как бы все понятно, все самое главное. Хорошо. Я рад, что вам полезно. Спасибо и вам успехов. До свидания.